Всем привет! Проект «Сентябрь», часть 8. Несмотря на то, что сегодня уже 2 октября, раз проект «Сентябрем» назвали, так и надо его как бы вести по жизни. Сейчас покажу вам покрышку заднюю на 18 купил. Сначала купил «Дуру», фирмы «Дура», 2800 отдал за нее. Она с таким протектором, ну не с таким вообще, а вот такой протектор. Сейчас скажу какой, покажу какой. Короче, купил «Дуру». У меня тут где-то «Дура» стоит. Ну, почти с таким протектором. Ну или вот с таким, как сзади у меня, на моем пожарнике. Вот. Ну вот с таким примерно купил. Ну, как типа... Типа, наверное, это травянка. Ну, не по грязи выгребать, а по траве. Ну, типа травянка. А потом пошел 200 рублей доплатил, за 3000 вот эту взял. Ну, поменял назад. Ту отдал, другую взял. Фирма NGKK. NGKK. Вот. Вот так вот фирма это написано. Тайван. Тайван Technology и премиум. Премиум что-то. Хуан Линг, Гуан Донг, Дуалити, премиум Quality. Quality это значит, ну вот, в общем, 62 килограмма, вот полкуба из Воронежа туда-сюда, в Курск ехал этот груз. Вот внутри она вот такая шершавая. Красивая. А Майден Чина Яй. О. Вот Джион. Вот тут. Она вот, короче, я не знаю, как она вообще. Ну, в общем, я такую взял. Она размер у нее. И этот самый размер такой, 190. Вот. А вот вот. Десигн ин Чап. Тайван. Дисинг Тайван, сделано вот, сделано Чинай. Чинанай. Ну вот такой рисунок. Вот. Сбоку особо в бок не торчит. Вот так она сделана. Потому что у меня 100 на 100 стоит покрыха сейчас на Хонде. Старая, потертая. И она цепляет вот этими боковыми за защиту цепи. И мне это не нравится. И она вот это вот, она легче, чем, например, если взять покрышку 100 на 100. Ну, естественно, потому что она меньше немножко. А вот, в общем, такую вот я взял покрышку. Назад поставлю. Потому что я все-таки думаю, что я по бездорожью езжу, а не по кому-то там, по траве, по какой-то. По траве я и на этой поеду. Вот так. Красиво выглядит тут все это. Ой, где вот здесь. Вот. Ну, в общем, будем. Помимо покрышки я еще кое-что купил сейчас. Сейчас пойдем с киской покажем вам. Пошли, кися. Пошли. Пошли, моя красавица. Пойдем, красавица, пойдем. Да я и сам не дурен собою, я бы сказал вам. Вот. Телочки клюют на меня прям. Думают, папик пришел. Давай, гуляй. В общем, я купил сальник. Сальник это мне вот на заднее колесо, где втулка стоит, с той стороны где-то там, вот здесь, вот там, вот тут, здесь. Я какой-то русский вставил, а взял оригинал, взял где-то, он у меня тут где-то был. Я его, короче, по нему вот мне дали, 50 рублей всего, полтинник вообще, полтосик. Купил вот такую вот поролошку. Надеюсь, что подойдет от Мотоленда. 100 рублей стоит она. 100 рублей. Если вдруг не подойдет, взял вот такую большую за 300 рублей. Ну вот, 300, вот написано. Зачем-то написали. И это самое, я с нее вырежу, склею чем-нибудь там соплями. Вот купил за 300 рублей тубе. Тубе, иннер тубе. Это, ну, в общем, иннер тубе, это называется она
бляха-муха, как же правильно назвать. Ну, вот у меня с железным соском, железным, тут с деревянным вентилем. Я не знаю, с каким это мне дали, в общем, 300 рублей. Камера. Камера. Вот сюда. Хуанг Рубер, Руберко. Ну, сейчас Хуанг Руберко. Вот. Вот так это показал. И вот еще я тросик у меня был до этого. Ух, название какое. Вот я. Как-то название интересное. Хоф. Хоф тебе в рот. Ноги. Ну, вот такой тросик, сцепление. Он как бы мне это самое, то, что надо. Вот, я вот сюда буду ставить. Потому что тот, который у меня ранее был купленный, он длинноват. А длинноват он, нафиг он мне нужен. Длинноват, если мне нужен тот, который надо. Вот. И сегодня вот на BMW сгонял я к токарю, забрал, вчера заказывал, сегодня забрал, 300 рублей. Изготовил мне такую штуку. Я ее распилю вот здесь и вот здесь, тоненьким этим пилой какой-нибудь по дереву. Вот. Это вставка такая. Она одевается вот сюда. Вот сюда. Вот. И, а вот это вот, а вот это и прижимается. Ну, то есть вот так вот. Это вот сюда одевается. Вот сюда. А это распиленное одевается. Тык-тык. Это и сюда раз. И вот сюда потом. И вот сюда вставляете и все. И зажимаете. Вот она у меня, я ее вымерил сам. Это я так придумал. Я не знаю, как тут должно быть. Вот она вот туда влазит. Вот так. Здесь 44, самый большой диаметр. 42 вот там, где влазит. А по внутри 28. Ну вот так вот буду прижимать. Я думаю, что все это вот как бы будет супер гуд вообще. Такой вот у меня. Ржаветь, наверное, будет, а с ней. Потому что это какая разница мне, что с ней будет. Там, ржаветь она будет или потеть. Я надеюсь, что вот сейчас я быстренько сейчас сниму этот фильтр. Попробуем, подойдет или нет вот эта штука. Или придется клеить. Вот я вот не знаю, что мне делать будет. Нужно будет потом. А, это я. Ну вот я открутил его. Вот ширина. Вот он здесь стоит, вот здесь. Вот я его снял. Туда еще не ходил, еще не мерил. Вот. Сейчас вот так вот подставим. Опа. Узковат, падла, скотина вонючая. Узковат. Вот на сантиметрик бы, да, шире. И все, было бы вообще классно. Ой, скотиночка. Но я знаю, как это дело решить. Вот здесь замотать, чтобы не сосало мимо. Ну, я не знаю, сейчас попробуем одеть. Может, он вообще не подойдет. Вот. Он тут склеитый как-то жестко. Тут еще вот проложка. Вот. Сейчас вот сюда оденем. Вот сюда. Так. Сейчас. Давайте вы полежите пока, ну, в смысле отдохните. А я буду одевать. Вот так. Сейчас. О! Отлично. Отдыхайте. А тут две проложки. Каких-то. Жесткая, мягкая и средняя. Залупилась немножко. Короче, ребят, узковато. Узенькая слишком. Вот такая вот хрень получается. Узко. Она еще натянулась, еще заузилась. Что, видите тут? Так. В общем, сейчас снимать буду. Не получилось, ни хрена не вышло. Обмануть судьбу. Будем резать по ширине и склеивать. Зато здесь на несколько раз мне хватит фильтров этих. Вот такие дела. Так, вот. Это я потом показывать буду вам.
ну, как потом, в смысле потом, через, ну, сейчас, потом сейчас, отпилить бы ее благополучно, вот. Флюгер, мюгер, так, вот. Все, сейчас. Знаете, толстая такая, пластиковая, с железным сосочком, как мне надо. Смотрите, о, железный. Ай-яй-яй, просто, что, не видите? Вот она. Такая вот она, свернута тут хорошо. Не порепана еще пока вроде как. Вот. Хорошая, толстая. От проворотов специально у нее, ребята, вот такие ребра. Чтоб, знаете, когда подспущено колесо, и вот там я вам показывал в покрышке, тоже там рисунок есть. И вот на подспущенном, чтобы ездить, чтобы не провернуло. Когда гладко, она может скользануть. А вот эти вот места, вот их тут много таких мест. Вот, периодично. Вот раз, два. Вот тут где-то еще. Вот здесь. Ну, в двух местах вот. Это как вот напротив этого. И здесь вот три. Три места. Три. И с другой стороны ни одного. Ну, в общем, вот эти места, это чтобы сосок не ушел. Чтобы вот это место от проворота, чтобы сосок не вырвало. А сосок здесь вкрученный, ребят, на закрутках. Если его даже вырвет, эту дырку можно заклеить, в другой месте дырочку пробить, вставить сосок этот, и вообще будет хорошо. И золотничок даже на месте. Вообще, мне вот нравятся такие вот технологии. Технологии нравятся. Вот даже тут печать есть. Китайская Майдаин Чинас Мадаиныч 350 325 на 18. А у меня покрышка. Где она, кстати? Я ее потерял. Где-то просрал покрышку, ребят. Как бы ее волки не унесли. 325, 350. Ну а у меня 100 на 90 это 350 есть, наверное. Потому что 100 на 100 это получается, наверное, 375. Ну я не знаю точно, как бы. Вот в этом я как бы вообще не разбираюсь. Мне потому что это не нужно как бы. А кстати, она, по-моему, с вращением. С направлением вращения. Сейчас мы посмотрим. Блин. Прилепили же, сука, курва. Держитесь. Держитесь крепче. Вот я вас не туда, куда вы думаете, воткнул. Так бы вот назад бы смотрели, если бы я туда, куда надо воткнул, вернее, куда не надо. Блях, оно тут вся вот с этим. Блях, придется разрезать. Такую вот красивую эта штука. Вот. Сейчас я ее размотаю быстро. Она вот под этим красивая. Смотрите, с рисуночком, с таким. И у нее вот, скорее всего, вот, ну, может быть, даже это вращение. Ну, не знаю. Тут как бы, смотрите, тут, а, нет. Он симметричный рисунок, что зад, что перед. Куда хочет, туда едь. Нормально, удобно, вообще классно. Все, пускай здесь лежит, до завтрава. Это я ей сказал, не вам. С вами я еще раз тут побеседую тут маленько. Вот. В общем, вот такие вот пирожки. Как бы так вот, вроде так. Вот она у меня, что на 100, и она там цепляет. Вот. Слышно, да? Вот здесь тут. Вот там. Я уже отогнул там болта вот того. Вот. Вот там болт. Где-то там. Вот здесь. Вот он. Я по ему ударил, чтобы не цепляло. Один хрен цепляет. Вот. Но это не есть хорошо. Потому что ей вот лучше, чтобы не цепляло. Ну теперь всем спасибо, всем пока. И вот такой проект у нас. Сентябрь, часть 8. Вот так вот.